Итак, друзья, товарищи, первая остановка, отъехали от Уфы почти 600 километров, нашли гостиницу, решили остановиться, переночевать. Находимся недалеко от Тольятти, гостиница вроде называется «Старт». Сейчас перекусим, примем душ и завтра пораньше с утра рванем в путь. Ехать нам еще около 2000 километров до Армении. Сейчас я вам, ребята, покажу, в какую гостиницу мы заселились. Она не люксовая, нам без разницы. Просто чтобы переночевать, отдохнуть с дороги. Парканули тачки, две красотки, Прадик и Форчунер. Тут рядом есть диагностика, автосервис. Такая дешманская заправка. Паленые, наверное. Вот сама гостиница. Ну, вход приятный. Внутри тоже достаточно приятно. Тут под елочкой олененок молодой. Как будто живой. Только его уже успел кто-то пробить. Гостиница «Старт», адрес РП Самарская область, Ставропольский край, поселок Зеленовка. Это вход в саму гостиницу. Кафе, где можем перекусить, да, девушки? Да, конечно. Если вам не трудно, можете передать привет каналу «Просто Гор». Привет всем жителям того города Уфа и подписчикам моего канала. Город Уфа и подписчикам вашего канала. И можете пригласить по пути сюда, много народу еще едет. Да, по трассе М5 от Самары до Москвы есть кафе «Гуляй душа» и гостиница «Став». Приходите, мы вам очень рады. Шикарно, спасибо большое, скоро зайдем перекусить. Хорошо. Очень приветливые люди здесь. Приятно встречают. Мы заселились, я, отец, мама, сестренка, на втором этаже в одной комнате. А брат, супруга, вот красавчик Эдвин, брат, супруга, Эдвин и Миланочка на третьем этаже. Тут есть такое небольшое местечко, кресло с видом на картину. И также есть небольшая мини-библиотека, можно почитать книжечки, полистать журнальчики разные. Сейчас я вам покажу нашу комнату. Однокомнатный номер, один диван и две кровати. Добро пожаловать! Это наша комната. Моя мамина, папина и сестренки. Здесь будет спать сестренка с мамой. Здесь я, а тут отец. Миланочка, чё как? Делишки? Мам, у тебя как? Нормально, хвалится, что у них номер круче. Ну, покруче, да? Ну, ничего страшного. Там для каждого две двухспальные, мол, кровати, папе с мамой. Ну, им-то надо вдвоем спать. А они отдельно будут на каждый такой. Можно, мам? Да заходи. Вот и зашла мадам Оля, супруга брата. У нас? Каждому по такой. Каждому. Вы кушаете? Приятного аппетита. Не тебе, Эдвин. Она тут чай наливает горячий. Сейчас я, ребята, вам покажу номер брата с супругой. У них номер на третьем этаже. Честно сказать, ребята, мне без разницы, где спать, я мог и на раскладушке лечь. Приятное место посидеть, пообщаться. Это номер брата с супругой, с детишками. Брат уже отдыхает, кайфует, смотрит карусель. Вот здесь две двухспальные кровати. Очень аккуратно ходи.
Также в номере есть душевая кабинка, туалет, раковина. Ну все, ребята, на этом я этот видосик закончу. Пора перекусить и лечь отдыхать, так как завтра рано с утра в дорогу. Тут мне на ушко шепнули, что с задней стороны гостиницы офигенный лес, офигенный вид. Сейчас гляну и заодно покажу вам. Тут проход такой необычный, переулок. И, кстати, здесь звуки природы. Там впереди папа с племянником, племянника и дедушка. Просто прислушайтесь, сейчас, пап. Сейчас, секунду. Вы просто прислушайтесь, ребята, к этим звукам. Я даже не буду видос монтировать, редактировать, выложу вживую, чтобы вы услышали эти звуки. Где-то здесь есть птичка. Офигенный сосновый лес небольшой. Эдвин, подожди, я же звуки записываю. Бродяга Эдвин в кипончике четком модном. Ну все, ребята, теперь точно все. Пойду я перекушу, приму душ и лягу, наверное, отдыхать, если получится так рано уснуть. Завтра рано вставать в дорогу. А вы насладитесь, можете перемотать назад, заново нажать пуск и насладиться этим живым звуком природы без обработки видоса. Всем привет! Наша третья остановка. Отъехали от Уфы примерно 1300 километров. Решили остановиться на природе, сделать небольшой привал, пикничок. Брат купил плиту специальную газовую. Сейчас будем варить каши, гречка, перловка, кто что хочет, в общем. А пока они мутят этот процесс, как я вам говорил, что я везде и всегда прокачиваюсь, я взял с собой свои самодельные 25-килограммовые гантели. И буду здесь, на этой четкой природе, на свежем воздухе прокачивать. Гантелями я буду прокачивать сегодня бицуху, трицепс, плечи, грудь. Ну и Миланочка, Ледвин мне помогут. Сядут мне на ноги, я лягу на травку и буду прокачивать пресс. Поперли, ребята, а то зарядки камеры не хватит. Первое упражнение – это прокачка бицухи. Промежутком отдыха 1 минуту. Тяните гантелью к середине груди, выравниваете в таком положении. Таким образом вы прокачиваете брахиалис. Перекор. Ну что, друзья, я отдохнул, я сделал уже 4 подхода, весь процесс не стал снимать, основной просто я хочу вам показать, доказать и объяснить то, что я всегда занимаюсь спортом, неважно, где я нахожусь и чем я занимаюсь. В данный момент я сделал одно упражнение, сгибание на бицепс, теперь я буду делать упражнение на трицепс. Также 4 подхода по 10-15 повторений.
Сделал 15 повторений. Сейчас промежуток отдыха 1 минута. Также делаю 4 подхода. Ну что, ребята, я закончил упражнение на трицепс. Теперь переходим к прокачке дельт. А еще точнее к прокачке передней части дельтовидной мышцы. Здесь есть передняя, боковая и задняя. Я буду сейчас прокачивать переднюю с помощью одной гантели. Также 4 подхода, 10-15 повторений. На плечи достаточно 12 повторений, так как у меня вес 25 кило. Вообще перед основной тренировкой нужна небольшая разминка, но со мной только гантели. Также 4 подхода, потом переходим к следующему упражнению. Ну все, ребята, упражнение на плечи закончил. Теперь я буду прокачивать спину. Также с помощью гантели, так как кроме гантели у меня нету ничего в данный момент. Берем гантелю, принимаем нужную позицию, удобную. И тянем гантель к поясу. Также 4 подхода по 10-15 повторений. Доширак будет год? Доширак, да. Все, ребята, спину прокачали. Теперь переходим к прокачке пресса верхней части. В этом мне поможет мой ассистент, мистер Эдвин Бро. От души. Мистер Эдвин Броу. Да, братка. Спасибо, Эдвин. Красавчик. А я пошел. Спасибо кушать. Эдвину. Также, ребята, я все делаю по 4 подхода. Не буду говорить, это правильно или нет. На меня так намного круче действует. Намного больше эффекта. 4 подхода таким же темпом от 15 до 30 раз. Если можете больше делать, делайте больше. Но здесь на природе я не хочу перегреваться сильно, так как здесь очень жарко, сильно печет бошку. Можно сделать еще до хрена упражнений. Сейчас я вам покажу еще одно упражнение и дальше уже примусь нормально тренить, так как через 2-3 минуты там каша, гречка, рис, перловка, все это будет готово. Также бомж-пакет доширак. До готовности еды мне нужно успеть прокачаться, так как прокачаюсь, перекусим и сразу дальше в дорогу. Переходим к следующему упражнению. Также упражнение идет на бицепс, а еще точнее на боковую часть бицепса. Упражнение называется молоток. Берем гантели в руки и сгибаем. Но сгибаем, ребята, не как обычно, стандартно, а сгибаем вот как вы берете молоток или кувалду. Четыре подхода по 10-15 раз. Можете сгибать попеременно, очередно, можете одновременно. Сгибайте одновременно, эффект усиливается, но становится тяжелее. Я буду делать по 10 повторений,
4 подхода. На этом я окончу свою тренировку, закончу, неважно. Пора приниматься за обед, ужин, завтрак. Также неважно, как это назвать. Короче, пора хавать и выезжать в дорогу. Пишите, ребята, в комментах по-любому, занимаетесь ли вы всегда спортом или занимаетесь только тогда, когда у вас есть удобство. Вы ленивые задницы или вы спортсмены с огромным желанием добиться успехов в спорте? Неважно, это гиревой спорт, неважно, это бодибилдинг, неважно, это кроссфит, тайский бокс, бокс, карате, неважно. Пишите, у вас есть цель и желание, или вы просто огромная, здоровая, толстая, жирная, ленивая задница? Все, ребята, лайки, подписка, колокольчик и не забывайте про репосты. Всем удачи!